Жительница Барнаула вынуждена снимать свою собственную квартиру. В 2016 году Лариса Маришкина решила купить новую жилплощадь. Свою продала и связалась с риэлтором. Ей предложили квартиру по адресу Красноармейский, 57. Женщине одобрили ипотеку. Лариса заплатила в банке закладную почти 2 миллиона рублей. А потом узнала, она не может быть зарегистрирована в новой квартире. На объекте много задолженностей. Лариса Маришкина вместе с 5-летним сыном осталась без жилплощади и денег. Вот что об этой истории рассказывает сама женщина. Для меня это был шок, потому что я каждый день ей говорила, главное, чтобы было безопасно. Для меня это очень важно. Это благополучие моей семьи, это будущее моего ребенка. Это, в общем-то, все, что у меня есть на самом деле, да, ну, жилье. Но быть такого не может, что одно отделение говорит, есть справка, другое говорит, нет. Кто обманывает? Кто говорит правду? Я написала очень давно заявление в полицию. Но по истечении уже многих месяцев абсолютное молчание, документально. У меня нет ни отказа, нет ни о том, что дело закрыто, например, или не рассмотрено, или как там формальности, да, должны быть соблюдены. У меня нет на сегодняшний день ни положительного решения о том, что уголовное дело начато, расследуется. Мы сделали запросы в банке, молчание банка, абсолютно, тишина. Мы с ребенком на сегодняшний день снимаем нашу же квартиру, которую мы продали. Нам пошли навстречу покупатели, и чтобы для нас не была жизнь такой ужасной, разрешили. Все это очень сложно, потому что на сегодняшний день мы с ребенком на улице. Но я не думаю, что на этом все закончится. Такое же не бывает, правда?